Тимаховском парке видновчанка Ольга Сытина вместе с сыном гуляет почти каждый день. Это место она выбирает не только потому, что оно находится рядом с ее домом. Здесь много зелени, есть детская площадка и облагороженная территория. Но в последнее время вся эта красота начала приходить в негодность. Ремонт проводился не меньше 3 лет назад. Гуляем часто в парке, нравится ребенку очень. Бегаем тут, птиц кормим. Белок смотрим. Ну вот, починят, будет еще лучше. И еще мы мечтаем, чтобы его продолжили. И мы могли из наших домов, которые вон там, доходить спокойно через парк, а не через лес. Капитальный ремонт решили начать после осмотра всех объектов главным инженером видновских парков, который вынес архитектурным формам вердикт. Надо чинить. К работам приступили в первых числах июня. В планах отремонтировать поврежденные деревянные лестницы, систему освещения, детскую площадку, художественные инсталляции. Люди этих преображений ждут с нетерпением, особенно те, кто бывает в парке ежедневно. Я иду мимо этого и прохожу всегда. С удовольствием хожу. Большое внимание уделяют главной входной группе со стороны Дворца спорта «Видное». Здесь меняют напольное покрытие, восстанавливают буквы, красят и лакируют конструкцию. В озеленении территории руководству парка помогают школьники, которые работают здесь во время практики. Они занимаются оформлением зеленых насаждений и газонов. Практику у школьников, предложили свои услуги, несколько школ, летние лагеря. Мы пошли, конечно же, навстречу, мы всегда рады как бы такой помощи. Вот. И ребята у нас, да, работают, помогают очень сильно. Денежные средства на капитальный ремонт выделены из бюджета парка и благодаря внесенным поправкам местных депутатов в бюджет городского поселения «Видное». Все работы планируются завершить до конца июня. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ».